Вот это жесть, музыка друг на друга долаживается. Смотрите, как я долго живу, а я думал, что я не смогу прожить. А, скибиди туалет, быстрее всех! Ух ты! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанек, Серега, Сахар, ОлТВ, Колбаса, Максим, King and Fire. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Приветики, омлетики, котлетики. Сегодня у нас очень классный и веселый ролик, потому что будем убегать от мемов. Мы скачали очень здоровенный пак. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны, ну что, вы готовы умирать очень много в этом ролике? Да. Просто жестко будет. Ну, давайте начнем с самого слабого. Я хотя кто-то будет умирать, буду добавлять никсботов. И все больше и больше. До конца ролика досмотрите обязательно, потому что в конце будет штук 100, наверное, их бегать. И будет вылетать Гаррисмод. Ну, надеюсь, он не вылетит. И обязательно лайкосик и подписочка. И залетайте в наш дискорд, пообщаемся. А они спрыгнуть умеют? Конечно, они все умеют. Так, я вижу, никто не умирает. Это очень странно. О, я вовремя поставил как раз. Сразу кто-то умер. Угу, когда кто-то умирает, звук такой классный издает. Ну что, давай, иди ко мне, иди. Смотрите, я его сейчас обману. Опа. Идите. Так, надо теперь на кого-то его переманить по красоте. Так, сейчас надо будет еще добавлять. По-любому. Во, переключился на кого-то другого. Прыгивай вниз на всякий случай. Так, хорошо, давайте добавлять. О, пошел процесс, ребята. Вот это сейчас будет жесткий ролик у нас. Добавляем еще. Много добавляю. Телепузик прыгает. А, сейчас будет у нас еще, ребята, босс Нексбота. Это скибиди туалет гигантский. Сейчас мы его влепим. Сейчас попробую красиво убежать от этого Нексбота. Все, не может меня убить, представляете? А вот, смотрите, как я красиво выживаю. Ну-ка. Не могут, не могут, никак. Поэтому мы еще ставим. Куда и так могу. Ии, нормально все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но я поддался специально. Ух ты! Вот это пошел процесс. Так как и обещали, босс у нас, смотрите, какой здоровый Нексбот. А чего вы так слабо умираете? А, я вижу, и там уже гоняются. Уже Нексботов я 8 поставил. Ой, блин, подсрачник получил, хороший. Так, еще ставил. Такого. О, пошла музычка, отлично. Дима, ты хочешь нам... Ай, блин, он сзади был. Косячники. Сочник, Серега, ты живой еще, что ли? Да я вообще это ни разу не сдох еще. Ну так у нас Абунга есть хороший. Еще такое-то есть у нас. Ребята, веселье! Что-то слабо я вижу, пацаны. Опа! Обманул дурака на 4 кулака. Еще ставлю. Согласны? Согласны. А я чего спрашиваю? Я утверждаю, согласны. Все нормально пока, или что? Все по красоте. Я вижу, что мало людей умирают. Как-то мало. Собачка очень странная. Ой, чувак стоит, смотрит, думает, что сейчас будет. А он умрет. Так, так, так. Давайте здесь по красоте. О, давайте я здесь буду стоять. Смотрите, они не смогут дойти до меня. Видите? Они все попадут. Нет! Ё-моё. Блин, Серега, там есть классная такая фишка. Можно перепрыгивать между такими полосками на крыше. Там, где здание. И красиво выживать. Видите? Блин, я умер. Они падают. Да, можно обманывать. О, вот такой у нас еще есть. Патрик пошел. Ой, музычка. Красота. Вот, смотрите, ребята. Показываю, как выживать здесь можно. Опа. Опачки. Дима, так, так, туалет застрял. Ай, да, так вытягивайте его. А его никак. Никак, ну и все, значит все. Ставим еще одного скибиди туалета. Пришел его друг. Ай, блин. Друг его еще злее оказался. А я вижу, скибиди туалет за карту зашел. Можем думать, что надо убегать от нас? Не хочет с нами воевать. Серега, прощай. Ай, красиво. Это было жестко. Так, отходим, отходим. Пацаны, убегите. А, не, он не за нами. Давайте мы еще поставим вот такую морду стрёмную очень. Так, так, так. Смотрите, сейчас какой красивый обман. Оп. Есть. Блин, я его боюсь. Эту...
черную зубастую рожу, блин. Смотрите, обман. Опачки. Опа-па, блин, не допрыгнул. Ой, кто-то умер. Серега, ты живой? Сколько раз ты умер? Да. Серега танцует. А мы сейчас, короче, в конце ролика будем подсчитывать, у кого больше всех смертей, тот и проигравший будет. А у кого меньше всех смертей, тот будет на первом месте. Да блин, я же только сказал, что я хочу быть на первом месте. Тебя это уже очень быстрый. Быстрый? Прям, да. Ну это ж хорошо. Ставим еще какую-то такую странную рожу. Ой-ой-ой-ой-ой. О, Майкл Джексон. Я его успел поставить. Я? Да. Не, Серега, ты должен меня догнать. Все, ребят, сейчас я выживаю очень четко, потому что реально у меня есть план отдыхать в теплых странах. Смотрите. Ай. Так, никого сзади нет. Давай, Монтея, я побежал. Вот, отлично, хорошее место у меня. Сейчас мы будем обманывать головастую обмунгу. Смотрите. Я пока что ага. Спрячусь. Опачки. Опа-па, вот. Хорошая. Ай, я его обманул. Красиво, ребята. Сразу видно, влепили лайкосик, потому что я вот стал очень четко выживать. Ой-ой-ой-ой-ой, идет! Убьет нас сверху? А, нет! Серега, он спод низу меня убил. Так, еще ставим. Надеюсь, пацаны, Шрек вам понравится. Ребята, тут их много, просто нереально. А, давайте мы случайно поставим вот этого еще. Ой! Какой-то он очень громкий. Ничего не слышно будет. Разная музыка срабатывает, а они не знают, какую музыку. Ой, вот это что у нас? Терминус. А, телепортируется, что ли? Ай, Майкл Джексон. Ах, так как он догнал? Пацаны, выбрался Скибиди Туалет другой. И теперь их двое. О, я знаю место, где я буду хорошо выживать. Привет. О, так ты хитрый же, как и я. Беги! Быстрее, быстрее, быстрее. С бенни-хопом лучше, да-да-да, вот так вот. Постарайся обмануть, может они за ним пойдут? Ой-ой-ой. Так. Нет! Нет! Блин! Еще ставлю! Так. Так, 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 так. Во! Ух ты, подсрочнейшн! Дима, все NXBOT на вас согрелись. А почему? Потому что ты стоишь. А, может, когда танцуешь, они не могут убить? Есть такой баг или нет? Нет, они убивают все равно. Хорошо. Бегите, пацаны. Бегите все. Правильно. Бегите, под водой быстрее умереть можно. Гусонек, ты тоже много раз умираешь, поэтому надеюсь, что я все-таки не буду на последнем месте. Дима, у тебя уже 17, ты на последнем. Да, но я буду сейчас выживать как-то лучше. Так потому что, когда я их ставлю, они сразу меня убивают, понимаешь? Вот, сахар умирает. Ну ничего, еще и время есть для того, чтобы мне все-таки хотя бы быть не на последнем месте. Ну скажи Скибиди Туалету, пожалуйста, чтобы он за мной не гонялся. Что ему плохого сделал? Он читер. Так, надо еще оставить. Еще ставлю. Спанч Боб грустный пошел. Бабунка, иди нафиг. Дима, беги сзади. Уже? Беги, беги, убеги, бегу. Я уже заговариваюсь. Потом... Ай, двое. Блин, да как он догоняет меня? Серега? Да. Прикольная звучка. Вот это же что творится. Дима, Скибиди Туалет за мной гонится. Да я знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Я отрываюсь, пацаны. Все, я оторвался. Максим, Серега, ты умер. Ты больше не умер. Прикольно разговаривает. Что, за мной? За мной все. Хорош. Так, еще оставлю. О, давайте поднимемся выше. О, вот кто у нас есть. Отлично. Серега, там твой кентафурик. Я поставил Санса. Да, блин, это жесть, музыка на музыку налаживается просто. Это Санес. Ну что вы, что вы, окружить не решили? Нет, пацаны. Я буду очень хорошо играть. А! Ой, как это вы видели? Дима, все NXBOT за тобой побежали. А почему так? Я не понимаю. Я что, самый рыжий? Бездушный. Блин, классно. Ай-яй-я! Есть! Как я выжил, я не понимаю. Это как-то было очень стрёмно. Я вижу, как часто все умирают. И мне это нравится. Ну, мне не... Вот это мне не нравится, кстати. О, Серега умирает. Чё, пацаны, кто там у кого смертей? Я не на последнем месте? На последнем. Ты на последнем.
Блин, ну это нечестно, как бы. 20 смертей. Она подо мной. Она подо мной. Оп, а я резко обманываю. Хорош, смотрите, под водой все-таки есть возможность как-то повыживать у меня. А, их уже двое. Блин, а я на улицу уже не смогу выйти на сушу. Никак. Просто меня не выпустит. Мама не пустит. Тогда NextBot эти не пустят меня. Тихо, осторожно. Давай руку. Пацаны, можете... О, я знаю, как я могу вылезти. Я придумал, есть у меня тактика. Помните, в тех сериях я вылазил? Давайте сейчас посмотрим, смогу я или нет. А вот, через... Быстрее! Блин, классно. Че, они там все как-то на одном месте топчутся, сюда не идут? Голова черная, беги. Она очень быстрая, кстати. Она упала, она вот вышла. Прикольно. Еще ставим. Господи. Да много. А бунги? Да я немного их ставлю. Да я вижу. Они за мной. Ой, телепортирующаяся голова. Ты шо, крейзи? Да я не крейзи. Я Дима. Я осторожно. Ай. Ой, пошло дело. Да блин, да блин. Блины. Че, пацаны, нормально, да, играть? О, Сережечка умер, хорош. А бунги за мной увязались. Ребята, обманываем. Каким-то образом надо их обмануть. А я не знаю, как это сделать. Ёлки-моталки, трусы на палке. Так, давайте еще раз попробуем под водой повыживать. Вот, отлично. Они все за мной. Серега, сзади. Ай-яй-яй. Скибидитолет такой большой, что даже когда он полностью под водой, торчит его глаза. Пока что у меня меньше всех смертей. Это зря ты сказал. Пацаны, ловите его физганом и мочите его. У меня. Так, мы наверх не идем. Это головешка за мной. Почему все за мной? Вот скажите. Вы что, неадекватные, пацаны? За шкафом плачешь. Еще ставлю. Дима, они купаются, что ли? Ребята, смотрите, сколько я поставил их. Серега, тебе понравится, ты видишь это? Капец. Да не чуть-чуть, ну всего немножко. Нифига он умный. Так, если что, я буду прыгать в воду. Ух, слава богу, я здесь хорошо себя чувствую. Здесь под водой меня никто не убьет. Нормально, да, пацаны? Смотрите, я их поставил штук 50 уже, наверное, даже 60. И нормально тащим. Можно тебе посрать не подать. Не надо. Держи его. Держи, на. Нет! Я ждал момента, когда они подойдут, чтобы тебе скормить. Ну ты жук. Да я не специально. Да ладно, специально. Ой. Да прыгивай, блин. Ай. Мгновенная смерть. Просто невозможно даже возродиться. У них тут много. Ребята, помогите! Армия Абунг нападает на нас. Смотрите, что творится! Я взрослый хочу! Хорошо, я еще раз знаю, что делаю. Смотрите, проскочу! Смотрите! Смотрите, проскочу! Смотрите, проскочу! О, все, я смог! Слава богу! Ой, там кто-то за мной идет еще. Ай, ёкала-манекала. Ребята, да как здесь выжить? Пацаны, еще, да, наверное, мне кажется, надо поставить. Их уже много. Почти убежал. Ой. Ребята, ну что? Это просто эпик. Потому что около 100 штук поставил. Меня лагает даже. Смотрите, что. Я его лицо боюсь, оно очень стрёмное. А, блин, откуда ты меня убил? Серега, возрождайся. Я отвлек. А Серега не возрождается. Понимаете, что он делает? Он хочет первое место занять, поэтому не хочет возрождаться. Отлично, выживаем. Просто отлично. Какие читы? Вы чё? Вы так не договаривались? Просто нереально выжить. Давайте засечем. Сколько секунд прожил? Вот сейчас на момент засекаем.
Все, время пошло, сколько я прожил? Одну секунду? Одну секунду еще раз. Вот это трэш! Вот так вот, пошли сюда, быстрее. Так, отвали. Они еще тыпэхаются. Эй, отвалите. Смотрите, сколько за мной на X-ботов бегут. Я затащу, я смогу. Вот это жесть. Ай, блин. Так, я отрываюсь, я даже не понимаю, это, как это происходит. Да блин, да. Вот это жесть, музыка друг на друга долаживается. Смотрите, как я долго живу, а я думал, что я не смогу прожить. А, скибиди туалет быстрее всех! Ух ты! Я умер 47 раз? Получается. Серега 16. Кто самый меньше умер? Гусь Санек, правильно? А он перезаходил, не так нечестно. Да, он перезаходил. А, ну тогда считаем, тогда у нас победитель колбаса. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Далек превратились.